Друзья, всем привет! На связи Надежда Попова. Сегодня мы отправляемся из Болгарии в Румынию в паломническую поездку к святому Андрею Первозванному. Эту уникальную экскурсию для нас организовал председатель клуба русофилы города Несебра Христо Николов. Сегодня 13 декабря, день памяти апостола Андрея Первозванного. Иисус Христос первым призвал Андрея к себе в ученики, поэтому одного из 12 апостолов называют первозванным. Он проповедовал в разных странах христианства, прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, Болгарию, Грецию, Крым, Причерноморье, Румынию и другие страны. Сейчас мы находимся в Румынии, в провинции Добруджи. Здесь апостол Андрей остановился и прожил в этих местах 20 лет. Он выбрал здесь затаенное место и сам вырубил себе пещеру. В начале прошлого столетия рядом с пещерой построили монастырь. Эти места являются святыми и считаются румынским Вифлеемом, так как здесь родилось христианство румынского народа. Апостольский путь Андрея завершился 13 декабря 62 года нашей эры, когда его за проповедническую деятельность казнили и распяли в греческом городе Патры. По дороге к пещере Андрея стоит указатель «Андреевский крест». Это вход в пещеру и пещера, в которой жил святой апостол Андрей Первозванный. При Петре I косой крест, на котором был распят и принял мученическую смерть апостол Андрей, стал флагом российского флота и получил название Андреевского. Его приняли того ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение. При Петре же в 1699 году был учрежден орден святого апостола Андрея Первозванного как высшая награда Российской империи. Орден был восстановлен президентом Ельциным в 1998 году. И сейчас орден святого апостола Андрея Первозванного – это высший орден Российской Федерации. Друзья, мы покидаем пещеру и святые места, где жил и проповедовал апостол Андрей Первозванный. И находясь в Румынии, хочется сказать пару слов о городе, в котором остановилась наша группа паломников – это город Мангалия. Мангалия – это самый южный курорт Румынии и самый древний населенный пункт страны. Он единственный курорт побережья, на котором кроме грязи есть термальные источники и питьевые минеральные воды. Более 2000 лет назад на месте сегодняшней Мангалии был основан античный город-крепость Калатис. Древние греки выбрали место за его красоту. Она ценилась и в последующих веках, во времена Римской империи и турецкого владычества. В переводе с византийского «Мангалия» означает «самая красивая». Мы покидаем Румынию и святые места апостола Андрея Первозванного спокоен и умиротворением в душе. Дай Бог всем здоровья, добра и душевной чистоты.